Дворец игровых видов спорта приобретает реальные очертания. Строительство началось прошлой осенью, и к середине весны удалось завершить монтаж основных несущих конструкций спортивного блока. Крышу комплекса на время покрывают железом, чтобы коррозия не повредила сооружение. Мы выходим из всей грязи, всех таких сложных работ. Например, сложный монтаж был несущих ферм, проектом 50 метров, хотя и вот у нас большой опыт работы, и у наших субподрядчиков там сталь конструкции. Эта работа завершена благополучно, потому что опыт монтажа даже не во всех регионах есть, этих конструкций, они редко применяются. Проверить ход строительных работ приехали чиновники из городской мэрии. Все силы задействованы в монтаже главной спортивной арены. Далее аналогичные работы будут проведены в физкультурно-оздоровительном блоке. Закладка менее крупных сооружений еще только предстоит. Обсуждали вопрос о той пристройке, которая будет вторую очередь мы в этом году тоже заложим. Это залы, которые будут использоваться и под непосредственно практически для большинства наших спортивных федераций. Пока в отведенные сроки строители укладываются. Однако Дворца спорта все равно еще несколько лет придется подождать. Ввести в эксплуатацию объект планируют в конце 2015 года. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.